У вас была неделя подумать. И какие будут предложения? Я придумала. Нам нужен медведь. Большой, большой белый медведь. Что за чушь? Ну что за детский сад? Не, такому не бывать. Аня, скажите, ну что там будет? Видите, что они меня заставили изучать? Общий курс слесарного дела. Это вообще о чем? Оксана, а как вы готовились к антиконференции? Ой, я изучала зоологию, биологию, энтологию и даже анатомию. И начала выписывать журнал «Юный натуралист». А вы знали, что бабочки-монархи пролетают около 5000 километров из Канады в Мексику? Ох, Валь, Москва-то застраивается. Да. Кстати, а как ты думаешь, а почему на телевидении так мало про налоги и таможни говорят? Да черт его знает. Неинтересно, наверное, это никому. Серьезно? Да. Кстати, а вот что если... О, не, давай без этого, я уж не получится. А может быть мы... Не, без вариантов. Я думал уже об этом. Ну тогда может быть вот... А вот это уже хорошая идея. Давай попробуем. А как вы готовились к антиконференции? Не спали ночами. Много общались. А чаю сколько выпили. Бесконечно смеялись. А вы не представляете, через что нам пришлось пройти. Борис, тяжело ли было готовиться к антиконференции? Опять будете сказки рассказывать? Нет, в этом году контент для взрослых. Скандалы, интриги, расследования, все как мы любим. Хотите, приходите. Не хотите, приходите. Всех ждем. Антиконференция 15 декабря. Вам не надоело в игры играть?